Строится всем сотрудникам и посетителям покинуть помещение согласно плану эвакуации. Противопожарный комплекс отеля Hampton by Hilton сработал в экстренном порядке. В кладовой в подвальном помещении произошло возгорание. Огонь распространяется довольно быстро. Есть угроза жизни и здоровью персонала и сотрудников. Первые автомобили МЧС прибыли к комплексу через считанные минуты после вызова. И пока эвакуировавшиеся посетители и персонал ожидали дальнейших действий, спасатели разделили свою работу на несколько блоков. Кроме дымящегося подвального помещения, в здании, как оказалось, остались люди, которые не смогли самостоятельно покинуть помещение. Кроме того, один человек попытался выпрыгнуть из окна, спасаясь от пожара. Ему также нужна экстренная транспортировка. Да, все это вводное в рамках комплексных учений, проводимых в рамках единого дня безопасности. Однако сценарий довольно реалистичный. К сожалению, подобные ситуации имели место быть. Целью наших учений было проверить готовность администрации объекта, исправность систем противопожарной защиты, боеготовность и готовность нашего личного состава при ликвидации условного загорания на данном объекте. И также отработать взаимодействие администрации с объектом, с подразделениями МЧС. Для Hampton by Hilton работа по обеспечению противопожарной безопасности – вопрос актуальный. И сотрудники МЧС здесь уже проводили большие мероприятия. Первое инициировали представители администрации гостиничного комплекса, которые уверены, что именно в таких мероприятиях проявляются существующие недочеты, а их ликвидация – залог безопасного функционирования отеля. На данный момент все бригады, которые у нас есть, все отделы обучаются еженедельно охране труда и также противопожарной безопасности. Ну и отель достаточно следит за этим очень серьезно, потому что мы принимаем гостей, и каждый сотрудник отеля должен быть подготовлен к любым чрезвычайным ситуациям. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щербантон, Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.